Садиться куда? Ты посмотри, что тут, что это? Заборы, столбы, проводов повесили. Что за херня вообще, а? Жопа. Всем привет. Жопа. А было же вообще сплошняком. Ни домика, ни столбика, ни проводочка. Вообще, даже кусты были ниже. Мы на Демирже. Никто больше из Крыма не захотел с нами подниматься. Мы сегодня решили хайкануть. Сейчас прогуляемся с Илюхой на старт. Погодка обещает быть. Полетаем сегодня. Это ты обещаешь. Я обещаю, погода будет. Будем сегодня летать. Сегодня будем летать с южной Демирджи на северную. Будет круто. Чаттердак за моей спиной. Кушкая сзади. И Демирджи. Место шикарное. Редко сюда приезжаем. Но сегодня тот самый день, когда мы покажем во всей красе это красивое место. Золотая осень наступила. Поднимаемся, кайфуем, хайкуем, разминаемся. Илюха не верит в сегодняшнюю погоду. Илюха решил просто со мной прогуляться. Я так понимаю, судя по присутствующим, в сегодняшнюю погоду никто не верит, кроме меня. Ну, я уже давно к этому привык. Это нормальная практика. Тут либо люди не верят в мою погоду, либо люди просто не хотят идти на Демирджи. Да, я в свою очередь не верю в погоду людей, правильно Илья говорит. Орлы летают, но пока машут крыльями. Ну вы извините меня, время 11 часов дня. Что вы хотите? Сейчас не лето. Сейчас пока поднимемся, все должно раскочегариться. Потом солнце еще на юге. Нам надо, чтобы довернуло на запад. Сегодня основной фоновый ветер дует с запада. Вот, поэтому, как только солнце повернется на запад, все там начнет работать, пыхтеть. Полетаем сегодня. Вообще, в планах у меня сегодня улететь в Симферополь. Насколько я туда улечу, не знаю, как обычно. Тут уж я не могу давать никакие гарантии. Но по прогнозу, чем ближе к Симферополю, тем выше база. Поэтому все должно получиться. Если будет прям супер кайфовая погода, может быть, я и дальше полечу. Там можно будет повернуть по ветру потом в сторону Судака. Но это уже маловероятно. У меня мероприятие сегодня в Симферополе в 5 часов. До 5 желательно быть в городе. Ну ладно, продолжаем путь. Есть что сказать, Илюх? Тяжело сегодня дается, пойдем. Вон летает красавчик. Два красавчика летают. О, да. Ничего не набирают. Видимость, глянь, какая, Вань. Видимость идеальная, да. Ой, чувствую, будет бомбалейла. Супер будет. С Макареной. Мы поднялись на вершину. Илюха, как тебе дался этот подъем? Тяжело. Вот. Очень тяжело. Очень тяжело, говорит. Конечно, а пацан. Ну я с весны такие не ходил. Пацан с весны. А ты вообще ж не ходишь. Ты же на Иограф даже не ходил. Илюха, если Иограф, то он лучше дома поспит. Ну хотя весной, да. Весной? Только на Иограф ходил. Короче, мы наверху южной Демирджи. Дует с запада. Погоде быть. Солнце, видите, солнце четко на юге сейчас. Пока рановато. Вот оно только-только начало на западный склон поворачиваться. А мы сейчас будем ждать и готовиться. Значит, слабо. Илья боялся, что по прогнозу вообще сильно будет. Вон, набрал полный бешок камней с собой, чтобы его не сдуло. Вот, а по факту слабо. Но птички выпаривают вот там, на тех скальниках. Сейчас будем пробовать туда лететь и там пробовать выживать. Потому что здесь
Я думаю, стартовый поток мы не дождемся. Короче, все, встегиваемся. Уже время час дня, уже пора бы летать. Солнце светит, все как бы греется, кучевка образовалась только что. Короче, готовимся. Вороны улетают в космос с этого скальника, а у нас слабенько. В общем, летим туда и будем пробовать там выпаривать, как они. Вон там птички летают, их много. Оп. Оп-оп-оп. Что случилось? Я, блин, с клевантой что-то тут накосячил. Все четко? Да, все нормально. Полетели, демержи! Будем тут задерживаться. Оно вроде и приподнимает, но я лучше сразу к скальникам полечу на уверенный триггер, чтобы не растеривать высоту. А там, если что, и сюда можно будет вернуться. Летать же будем. Класс. Вот они потоки, вот они птички. Вот они полеты, ребята. Гора Демерджи, долина привидений. Да ты шо, это супер, ребята. Работает, работает склон. Так, запросики, Вань, как ощущения вообще? И что дальше к сальнику не пошел? Здесь нормальный поток стоит, решил дальше пока не лететь. Понял, все, сейчас буду тоже стартовать. В воздухе ветерок по факту достаточно плотный. Я вот не утяжелился и даже теперь думаю, может быть, сесть, набрать камней и рестартануть, ибо скорости против ветра практически нет. А туда дальше ветер будет плотнее и с высотой он тоже усиливается. Поглядим. Прилетели птички. Вот один орлик, вон впереди еще один. Вот еще один прилетел. Прям ко мне. Но что-то как-то у нас у всех особо ничего не получается. Хотя вот какой-то поточек стоит. Крутану спиральку. Че добру зря пропадать. Широкий, хороший поток. Сейчас орлы тоже все в этом же потоке. Они вокруг меня летают, цепляют так же, как я. Да, запад, северо-запад. У меня GPS нет, но я по скорости и так вот по склону вижу, куда я вообще не иду.
вообще. Тому норлик прилетел низко к скальникам. Начнет выпаривать? Я же хочу на северную Демерже еще успеть перепрыгнуть. А по низам, сегодня. Вот по дыму видно, что юго-запад. Высота 1230. В принципе, как по прогнозу и должно быть. На северной Демерже вон облака висят на 1500, на 1600. Там поинтереснее ситуация. Так, роторная зона, конечно. Ладно, мне до орлов. Блин, орлы. Ну как вот вы выпариваете, а? Я тоже сюда хочу. Орлы. О, пробил ветерочек. Вот он поточек. Хороший поток стоит, но он сильно сносится в лес. Надо тоже пробовать сноситься с этим потоком. Но стрёмно так. Я догружаться камнями, нет смысла. Ветер как будто бы начал усиливаться. Возможно, это связано с тем, что термичка включилась, не знаю. Ветер плюс термичка, это же тоже усиление ветра. Потому что кучевки стало много, и она растет прям такая рабочая, хорошая. Но потоки высоко не несут. Вот я набрал максимум 1300 и все. И упираюсь во что-то, какая-то турбулентность. Неприятно летать, особенно возле этих скальников. Орлы как-то выпарили, улетели, а я вот не смог за ними снестись. И особо не хотелось туда сноситься, потом против ветра пытаться пробиться назад. В общем, смысла в этом нет. Я сейчас хочу вылететь на освещенную солнцем торцевую часть этого скальника. Попробую здесь полетать. Если получится набрать, я буду прыгать туда, в сторону Лысого Ивана, чтобы улететь на Симферополь. Но пока я не вижу возможности туда улететь. База низкая, ну и облака все там, погода дальше. А если учесть, что я собираюсь лететь туда, там было бы хорошо загрузиться камнями. А то я чуть ниже середины вилки сейчас. Наслаждайтесь красотой, ребята, вместе со мной. Редко получается тут полетать, это кайф, летать на Демерже. Мой второй полет, кстати. За всю жизнь я летаю здесь второй раз. Те, кто смотрят, постоянно помнят, когда я летал тут впервые. Остальные разы это были слеты, я их не считаю. Полноценный полет, он прямо сейчас перед вашими глазами. Ого!
такой порыв, что меня аж назад снесло. В общем, это ненормально, дичь какая-то. Дикая дичь. Скорость какая-то есть, но минимальная. Вон, набор 2,5 метра. При этом скорости нет. Сколько я там пролетел? 15 метров пролетел, а набрал за эти 15 метров 100 метров. Чувство страха присутствует в моей груди. А я не очень люблю летать, когда в груди ощущение страха. Я люблю кайфовать, получать удовольствие от полетов. Поэтому, думаю, будем садиться. Я вылетел сюда, здесь просто безопасное место с аэрологической точки зрения. Даже если начнет запирать, я с боковиком вот так вот по диагонали уйду туда, буду сливать высоту там. Вроде пока не запирает. Даже какой-то сливняк. Направление у ветра неправильное, дует отсюда. Вот я сейчас против ветра лечу. Северо-запад. А должен быть юго-запад. Откуда взялся север? Непонятно, по прогнозу не было севера. Юго-запад должен быть. А вон все птицы. Там их сотня прям. Столько птиц летает, удивительно. И как они, там же восточный склон, как они там выпаривают, на чем они там летают? Но невысоко, опять-таки, вот сколько там, максимум 1300 у них. 1200-1300. Восточный склон как будто бы тоже работает, но с таким западным ветром я не знаю, как туда лететь. Сотни птиц. Поразительно. А вот дымок сейчас дует с запада. А может быть даже где-то с юго-запада. В общем, есть вероятность, что погодка только начала включаться. Вон, птички все ко мне начали прилетать. Они думают, а что мы на востоке летаем? Вон, на западе погода. Другой вопрос, как они на востоке летают? Откуда там была погода? Для меня загадка пока что. С таким западным ветром. Я видел этих птиц, когда поднимался на старт. Я даже думал пойти на восточную сторону. Думаю, ну раз они там летают, но как бы я стартанул с таким ветром в спину. Надо быть птицей. Ну и все, высота 1000 метров, я как будто бы уже ниже инверсии, тут вообще какая-то тишина. Потоков нет, вон птички наверху летают. А меня уже отсюда не поднимает. Льет везде. Полечу к Илюхе. Илюха там уже метит на посадку. Уже вот почти сел. Называется это поляна, ребята. Привет! Да ни хрена непонятно, что ты говоришь. Услышал. Где поток? Буря оваций.
пузырь какой-то сошел и все. Давай, нужен поточек. Вот такое оно, Демиржи. Казалось бы, можно было летать. Но неприятная погода. Бывало и получше. Что, может даже покрутим что-то? Да? Или мне показалось? Опять показалось. Ох уж эти привидения. А, ну это же долина привидений, конечно. В долине привидений мне показалось, что сходит поток. Надоело мне заниматься вот этим вот анонизмом. Лечу на посадку. Сейчас, может, с поля возьму поток, вообще супер будет. С поля я с удовольствием улечу куда-нибудь наверх, обратно в горы. Вот, 0.3, 0.7. Нет потока. Вы же любите снять контент. Иду на посадку. Даже не отвечаешь по рации. Что там отвечать? Что там тебе отвечает? Ну, захожу на посадку. Сейчас слегка тянет с юга. Оп. Их. Оп. Слегка тянет, сказал. Вовремя надо было говорить. Так, а ты что, ленточку не видишь? Не, я не видел ее. И я же тебе сказал, что вот порывы с юга. Да ладно, все хорошо. Демиржи! Спасибо за полеты. Супер полет. Я лично доволен. Да. Было, конечно, волнительно, стрёмно. Я не люблю летать в такую погоду, но я получил удовольствие от того, что я в принципе полетал. Долина привидений, ребята, это же круто. Вы же видели, как там красиво. Люди гуляют здесь пешком, а я здесь летаю. Класс. Облака несутся с невероятной скоростью верхами. Поэтому то, что мы приземлились, это самое правильное решение с Илюхой. Но я боролся, я пытался еще улететь. У меня не получалось. Но изначально я потерял высоту. Намеренно. Илюха, скажешь что-то? Ну да. Ну а что, ты конечно, мог пробовать в симфер лететь. Ты к машине не привязан, а я привязан. А по поводу погоды? Вот, веревка. Ну, вот, отчасти... Веревка, которой он был привязан к машине. А по погоде отчасти мы оба правы были. Она как бы есть, но она как бы... Стремновато. Когда стоишь против ветра на месте и не летишь вперед, ну стремновато. Все, мы собираемся и сваливаем отсюда. На сегодня контент закончился. Всем пока. Прощайся с подписчиками. Покедова!